Ну вот так под музыку и начинается каждый учебный год. У нас не простое учебное заведение. У нас и музыкальная школа, и музыкальный колледж. Давайте сейчас вместе с ребятами и пойдем в классы. Вся засияв от похвалы цветистой, в кругу пиколок своих маленьких подруг шептала: «Я лишь продолжение губ флейтиста. Ах, я всего лишь продолжение его рук». Так, до детства обязательно надо увести. Смотри, как делать это. Играем это ми. Чуть-чуть, да, ми, да, ниже. Вот, да, давай еще раз это правило. Гобой – волшебный инструмент, перенесет тебя в момент, в средневековье, в маскарад, звучать для дам прекрасных рад. Завидна у гобоя роль, гобой – солист, гобой – король. Бьет метроном, по тактам звук сгребая, бьет языком по трости кларнетист, и бьется сердце музыканта в неге тая, когда новорожденный звук хрустально чист. Понять надо, что ты воздух все время должен точно направить, язык легко просто прикасается и отнимается. Вот. Давай с самого начала. Чтобы у тебя вот это украшение было очень непосил. Подвластен жанр любой, покорно выгнувшись дугой, романс исполнит иль балладу, но все же саксофону надо, чтобы музыкант хотя бы раз на нем сыграл любимый джаз. Thank you.
Крепит удавленник фагот, когда-то написал поэт. Теперь он не хрипит, поет. Играй хоть соло, хоть дуэт. Как улитка туго скрутилась, как охотничий рог запела, лишь душой музыканта налилось золотое волторного тела. Давай-ка, смейся, и она хохочет, а зарыдает, коль услышит, ну-ка, плачь. С трубой капризницей он делает, что хочет, ведь он почти волшебник, он трубач. После фа. Пространство требует тромбон, иначе мог застрять бы он средь нот, пупитров, инструментов. Не счесть опаснейших моментов, ведь спутница его, кулиса, всегда бросается вперед, цепляя всех. Тромбон ревет, кляня вертлявую актрису. И лишь хозяин-музыкант своей точную рукою их примеряет меж собою. На то и дан ему талант. Для тубы нужен музыкант нехилый. Ее поднять потребуются силы. И раструб мощный здесь не для красы. Божественно звучат его басы. Ах, барабанщики-ударники, ох, музыканты-забияки, нещадно бьют своих напарников, хотя и нету вовсе драки. Но их напарники не тужат, ведь ксилофоны с барабанами давно и очень крепко дружат с ударниками-хулиганами. Раз, два, три, считай. Раз, и три. Нет, на каждую ноту, пожалуйста, по три четверти, на каждую ноту.
кистевой удар. И когда ты держишь кисточку, надо держать ее низко к силофону, так, чтобы ты мизинцем всегда доставал силофон. Кисть не поднимай так предплечье, у тебя кисть не работает, а работает предплечье неправильно и зажато. Дирижер – это тот человек, который слышит музыку всегда, даже когда поблизости нет музыкантов. Кстати, выпускники нашего колледжа получают дипломы, которые дают им право работать в профессиональных оркестрах и преподавать. Ну вот, партии мы разучили. Начинаем репетировать. Специальным гостем ассамблеи приглашен концертный оркестр Государственного училища звукового искусства. Встречаем! Ага, на урок опаздываешь. Успела. Помимо музыкальных дисциплин, у нас есть и общеобразовательные. Алгебра, химия, физика, история, мировая художественная культура. Ну и так далее. Образование мы получаем в полном объеме. Каждый учащийся осваивает и другой музыкальный инструмент – фортепиано. Весна. Пора экзаменов и подведения итогов. Здесь довольно высокий уровень был у нескольких ребят, на мой взгляд. В ГУДИ! ГУДИ! Сокращенное название. Это вообще, это здорово. Да. ГУДИ! Да. Так оно сокращенно называется. Есть целых три оркестра. Участники нашего фестиваля проводят концерты и лекции, например, кино и музыка, история военных маршей. А в 2011 году оркестр получил гран-при на фестивале «Дети и музыка» в Москве, а в этом году гран-при фестиваля «Серебряные трубы». В течение учебного года мы не только учимся и сдаем экзамены, но и активно участвуем в концертах, конкурсах, фестивалях. Так, я вам все рассказал, теперь мне пора. Все, я побежал, у меня оркестр.